Инцидент произошел осенью 2020-го в Илекском районе. Пьяный водитель мотоцикла ехал по грейдерной дороге. Вместе с ним двигались еще два пассажира. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где железный конь опрокинулся вместе с пассажирами. Один из них от полученных травм скончался на месте происшествия. Оставшиеся в живых мужчины не придумали ничего лучше, чем закопать труп своего знакомого во враге в том же лесу. Однако, правда вскрылась. Назначено разбирательство в Илекском районном суде. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.